Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары разъясняет, в каких случаях органы опеки могут посетить семью. Например, если ребенок гуляет поздно вечером без взрослых, прогуливает уроки, а родители не идут на контакт с учителями. Родители бьют, оскорбляют ребенка, оставляют его без еды или решают вопрос о проживании ребенка в суде. Органы опеки имеют право проверить здоровье ребенка, например, дефицит веса, травмы или признаки насилия, внешний вид, одежду, обувь, основной уход, отношения в семье, бытовые условия, место для сна, игры, учебы, наличие еды, доходы членов семьи. Главная задача органов опеки и попечительства – защищать интересы детей и взрослых. Ведомство может помочь оказать консультации юристов или психологов, предоставить продукты, одежду, игрушки, предоставить путевки в детский лагерь, а также помощь в заключении соцконтракта и многое другое. Ребята из детского сада номер 50 освоили игру «Жульбак», пишет телеграм-канал администрации Самарского района. Эта настольная игра становится все более популярной. Она простая, но в то же время требует от игроков максимальной собранности, меткости и внимательности. Ребята очень быстро освоили правила и с большим удовольствием попробовали свои силы в предложенных состязаниях. Жители многоквартирных домов смогут сделать перерасчеты платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Возможность станет доступна тем гражданам, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой. Например, из-за отъезда в отпуск или командировку. Перерасчет получат не только жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, но и те, где для расчета учитывается площадь жилых помещений. Чтобы получить перерасчет, необходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие, туристический путевок или авиабилеты. Услуга будет предоставляться жильцам, которые отсутствовали более 5 календарных дней. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года, сообщает телеграм-канал администрации Советского района.